Это картины. Я шума. Смотри, материал. Материал там. Ялан, яшма, тигровый глаз. Такие материалы. Халцедон. Кремний. Авантюрин. Яшма. Такие картины. Из природного материала. Тема хорошая. Торжество добра. Действительно, все нараспашку доброта. Доброта нараспашку. Вот дружба народов. А Россия, Башкортостан, на века дружбе. Это блюдо такое. Яшма тут, лазурит, диалсит, кремень, тигровый глаз, халцедон, шараит. Такие материалы. Такие материалы. Такая ваза. Вот. Красиво. Такая ваза. Такая картина. Красиво. Это мозаика, флорентийская мозаика. Курайст. Курайст какой. Яшма, виолан, халчедон, кремень, кварцит. Вот такие материалы. Это флорентийская мозаика. Природный материал. Вот это микромозаика. Ювелирная работа. Это микромозаика. Для интерьера хорошо. Формат маленький. Вот такой. Смотрите, столик такой. Красиво. Отражение идет. Жалюзи. Ох. Такие рисунки, изображения. Красиво. Серединки. Море бурлящее. Птицы. Животный мир планеты. Всей планеты. Яшма материал. Халцедон. Окаменелое дерево, агат, авантюрин, родонит и другие материалы. Смотрите, какие материалы. Смотрится хорошо. Хорошо смотрится. Ага, красивый столик. Круглый стол. Весь животный мир планеты. Это древо жизни. Это у нас в народном эпосе Урал-Батар показывается троичность мира. Мир людей, средний, нижний мир, змея, аждаха, верхний мир солнечный, самрал, объединяет эти миры, столб. Древо. Вот эти миры объединяют столб мира. Вот. Мир солнечного самара и мир людей, средний, нижний мир, змея Аждаха. Со средней частью связывается животные и человек. Со средней, это вот, смотрите. С нижней частью змеи, рыбы, фантастические чудовища. Это нижняя часть. Три зоны древа мира это.
прошлое, настоящее и будущее. Предки, нынешние поколения и потомки. Благоприятные, нейтральные, неблагоприятные. Основная идея древа жизни – это именно связано именно с жизненной силой, вечной жизнью, бессмертием, хранящейся в нем. Смотрите, столько значений. Это древо жизни. Тут идея сохранения традиции, понимания мира наших предков, стремления к высшим целям. Все нормально. Так. Это Хумай. Тут ваза вобрала в себя образ башкирского быта, красоту природы, стремление к свету. Венчает вазу фигуру Хумай, Хумай-лебедь, взмывающий к солнцу Самрау. Это Эзеп Суралатар, который мы хорошо знаем. Урал-батар. Наш старинный эпос башкирского народа, который мы постоянно изучаем. Ищем. Сувениры тут панно из яшмы. Вот панно из яшмы. Композиция такая. Это времена года, весна. Это флорентийская мозаика. Это весна, времена года. Окаменелое дерево, материал виолам, авантюрин, садолит. Вот такие. Но тут времена года, осень. И зима. Вот. Это зима. Опять смотрим зима. Осень, времена года. Тут лето, смотрите, все так. Это. И весна.